Всех приветствую, всех родовид, с вами Светлана, ваш таролог и проводник. Подписываемся, жмем на сердечко для энергообмена, пишем «Да будет так». Присаживаемся, пофиячим. А что вы думали? Вы же зашли, а значит вас кто-то интересует. А о чем речь? Давайте посмотрим его действия по отношению к вам. Да? Боже, спать не может, мысли думает. Мне показано, знаете, он говорит, ты постоянно на меня кричишь, ругаешься, ты постоянно злишься, нервуешься. Ты что, выбрала позицию, лучшая защита — это нападение? А вы говорите, потому что мне нужен результат, потому что мне нужны правильные отношения. Как бы я ни пыталась за тебя донести, мужчина должен нести обязательства по отношению к своей женщине, а женщина должна давать ему свою энергию, любовь, чувства, эмоции, потенциал, силу, то, что позволяет нам двигаться. Сейчас показано внутреннее состояние пустоты. И вы знаете, как словно в ожидании, потому что... Знаете, какой-то водоворот событий, который изменил ход событий. Сейчас у него внутреннее состояние пустоты. И он сейчас жалеет о том, что он не дал вам то, о чем вы мечтали. Скорее всего, здесь могли быть и отношения, которые человек не завершил, как я говорила, гражданский брак. Люди, которые находятся в гражданском браке, могут быть не разведены. И вы замещаете того или иного супруга с человеком. Это называется как любовь без обязательств, удобный, да, когда вы исполняете долг отсутствующего человека. И это что, не принесло вам радости? Человек словно как не слышал, не понимал. И что, здесь лишены? Здесь какой-то водоворот событий, к чему он приведет? Новое начинание. Непонятно, как жить, что делать, новое начинание. Словно нужна какая-то помощь, поддержка. Словно должны выстроить свою защиту. С чем это связано? С манипуляциями. Лишились сил. Вас просто заземлили. Очень тяжело и болезненно сейчас. Вы словно в таком состоянии, что... Знаете, человек, который находится в состоянии гражданского брака, здесь показано, вы сейчас никто. Я не знаю, что там за ситуация произошла, но вы сейчас никто. Бывшая, с которой он не живет, здесь показано, имеет гораздо большую роль, чем вы, которая была в этом состоянии гражданской жены. Вы никто. И для вас это очень тяжело и болезненно. Спать не могу. Показано ложное обвинение. Вас будут обвинять во всех грехах. Тех грехах, которых вы даже не совершали. Приведите свои мысли, формы в порядок. Перестаньте об этом думать. Здесь что, время нужно? Время нужно. Связь с человеком, принудительно завершение, не соглашаться. Да здесь показано, вы и так у него выпрашивали эту любовь, потому что это вы любили, он любил по-своему, ему так было удобно, его устраивало такое положение, а любили вы, а он пользовался. Вы стучались в закрытую дверь, пытались что-то достучаться, донести, сказать. У него такая связь здесь показана, столько много народу, и он мог сказать, я не готов менять друзей по отношению к тебе, я живу ради себя, ах, ради себя, ну и живи ради себя. Что вам надо показано? Принять то обстоятельство, как человек говорил, что я живу ради себя, ради своего удовольствия. То, что вы, это как урок, который вы проходили. Человек жил ради себя, ради своего удовольствия. И вы еще ему показываете, смотрите, дома делайте, потом бежите, куда-то едете вместе, потом у него делаете. И все для него, не ради себя, а для него. Он так для себя принял. Я живу ради себя. Пришла – хорошо, не пришла – тоже хорошо. Это что, осознание, которое вы сейчас поняли? Показано, ну да, будут обвинять во всех грехах вас показано. Но вы на это не обращайте внимания. Вы человек правильный, хороший, справедливый, божественный человек. Бог говорит, прими свое сердце, мою душу. Прими меня в свою душу.
и я тебя выведу из тьмы в свет. Выведу. Перестань думать о том, что произошло. Живи сейчас, настоящим. Живи. Иди в новый путь и новое направление. Этот урок ты уже прошла. Не пройдя этот урок, ты до сих пор бы не осознала и не научила себя любить и ценить. Это касается всех, как мужчин, так и женщин, потому что мы все одинаковые. Мужчины переворачиваются на себя, а женщины на себя. Поэтому здесь так показано. Мужчина любил себя, женщина делала все для всех, минуя себя. В результате ее просто научили. Пришло время изменить курс. Курс. Выбрать новый путь и новое направление. И какой водоворот событий. Но вы здесь просто живете. Маг и волшебник. Вы здесь раскроете свой потенциал, свою энергию. Большинство из меня здесь слушают маги и волшебники. Говорю сразу, у вас открывается новый путь и новое направление. Сейчас вы действительно приняли себя. Себя. Вы принимаете себя и реализации своих планов и проектов. Благодаря Богу. Вы как проводник. Да? Бог через вас дает информацию, вы ее получаете. Здесь у меня мастера наивысшего пилотажа показано. У вас сейчас открыты все двери, дороги, вы как вы изменились. У вас такая сила. За вами будут наблюдать, ух, паразитов, крысы, которые вас кусают. Да, а вы не сдаетесь, а вы мне не сдаетесь. Показано, я развиваюсь, я тут собралась, да, мне тяжело, да, внутри все перегорело, да, я тут начала медитировать, заниматься, исцеляться. Видите, вы начали. Да, через что? Да, вас разбили пополам, а вы что сделали? Ну, произошла ситуация, да. Мысли путались, что я вступила, поставила точку, вышла из состояния ограничения и нашла в себе золотую середину. Середина – это я. Я принимаю свои правила игры, я буду делать все ради себя, любимой, потому что всю жизнь делала ради кого-то. И лишь пройдя через много лет показано, некоторые только сейчас принимают себя в зрелом возрасте. Карта совета для вас. Карта совета для вас. В зрелом возрасте. Это ж надо было пройти через такое, чтобы понять, что вами всегда пользовались. Карта совета для вас. Тяжело показано кому-то, потому что есть обязательства еще перед кем-то или перед чем-то. Человек, мужчина. По закону справедливости. Ну что, в вашу жизнь войдет человек жезловый с предложением руки и сердца. Или человек, который вот проходит какой-то урок, показано освободиться, придет со своей любовью. Со своей любовью. Тяжело сейчас. Тяжело. Но это лишь для того, чтобы вы ощутили, что вы значимый, любимый. Где вы можете стать императрицей, любимой женщиной. Любимой, солнышко. Человек, который побоялся обязательств, показано, побоялся, где должен был сказать, что ты для меня важна, значима. Здесь, знаете, как завершение всех болезненных ситуаций, но через это вы прошли. Прошли свои уроки. И в первую очередь и он прошел. Видите, и он прошел. И вы. Что я могу сказать? Вот что вас ждет. Вот что вас ждет. Это можете поставить себе на заставку. Пройдя через этот урок, человек здесь такую школу прошел сейчас, что он понимает, какой же он был глупый, имея возле себя та, которая умеет любить и ценить. Смотрите, как ему тяжело. Осознание того, да, кто вы по отношению к нему. Пишите предложение руки и сердца. Это знаете как... Из гражданского брака войти в состояние любимой жены. Ну, так будет.